Есть, а у квизи нету. Ой-ой-ой. Холдер и ГК. Такие, просто я тебя куплю скин. Поэтому мне кажется, проще мне у тебя купить скин за 5к голды, а ты сам себе купишь, что надо. Если хочешь, конечно, типа на стриме засветиться, типа, чтобы мы в Дискорде с тобой разговаривали. Да, без проблем, даешь мне пароль логин, я захожу на твой аккаунт, и мы вместе с тобой прямо на стриме прокачиваем тебе аккаунт на 4к голды. Ну, чистыми 4к. Так, 1, 1, 0. Да, что-то с Кассандрой отстает, но я так понимаю, Квизиш... Ой-ой-ой-ой-ой, что ГК творит? Конечно, вам не сложно будет. Если, конечно, вам не сложно будет пиарить. Давайте лайкосиков побольше, давайте побольше актива, потому что турнир провожу за, ну, как бы за свой счет, то есть никто его не спонсировал. Ой-ой-ой, хороший, самих светильничков, да, грубо говоря, вот. Свет само. 2-1, лидирует у нас, получается, холдер с ГК. Ну, как-то так. А сами кричали, мы не хотим КТ, мы не хотим КТ. Ой-о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 й, косой, конечно. Попал бы, убил бы. Так, кстати, ребят, на данный момент топ-донатер получается 100 рублей. Это Алекс. Алекс 100 сотку закинул, он пока больше всех. Хорош. Ой, я должен был пропиарить, я забыл. Я модеров просил же, модеры должны были... Я забыл, кто мне там надо в этот в истории, кто мне нож сливал. Посмотреть. Я модеров просил, чтобы они ссылку куда-то записали и скопировали. 4-1. Что-то Кассандра ни одного килла не сделал. Кассандра ж квадрат. Это было бы топ. А так, ну, мне хватит. Мне хватит, в принципе, чем достаточно. А в дальнейшем там, я ж не знаю, может, не всю жизнь быть модер. То есть сейчас суббота-воскресенье. Чуть-чуть другие планы, ребят. Ну как другие планы? Хотя, может, и в субботу-воскресенье будет. Не знаю, замок 177 квадратов. Конечно, затупил. Спасибо. Так, ребят, 6. Счет, ребят, у нас получается 6-2. Просто я попу. Все, хорошо, ребят, пока не надо ссылку спамить. Спасибо, Гост. Чего не дал вам? Какой следующий? А, Гост запишу. Гос, давай твоих 45 рубасиков на экран выведу. Все, если что, топ-донатер, если что, 45 рублей гост. Хорошо. Ой-ой-ой-ой, нифига себе, вы что, камбэчить начали? Что-то Кассандра с Квизи камбэчить начали, холдера ИГК. Такие он дела. Ну а так, в принципе, что, ничего особого нового нету. Бесплатный набор в турнир уже закончился, тогда, если только за донат. Если только, ну, типа за 75 рублей он запишется. Если этот тим в тур... Если этот человек не участвует в турнире, то только за донатик. Ой-ой-ой. Походу камбэк будет, ребят. В смысле бан аккаунта? Руфик, если... пиши, пожалуйста, я что-то не понимаю, что за ап? Какой ап? Или сам. Так, ладно. Я приглашу, хорошо, посмотрю, что с кем ты играл, я приглашу, хорошо. Этих на топ-донат записать не смогу без обид. Может, с нового аккаунта буду... А ты в турнире вообще есть? Но ну, если ты запишешься в турнире, но с нового аккаунта не желаешь, придумаем, жди. Так, счет 7-6. Тут, конечно, сложная ситуация, я смотрю. А, 8-6. Но он должен, либо ты, либо он должен задонатить 75 рублей, и я запишу твоего друга в турнир. 9-6, хорош. Что-то у нас холдер и ГК. Ой-ой-ой, ребята. Да, надо будет покупать. Вот, возможно, что скоро... Осуждаю. Фомчик, спросишь у Кассандры. Ну, смотрю по счету. Так, ГК убивает Кассандру. Потом, что у нас? Ну, руина. А что по счету у Кассандры? Да я бы не сказал, они плюс-минус одинаково по очкам сыграли. Что ж такое делать?
С ножом бегает в руках. Показывает, что у него ножик есть, а у Квизи нету. Ой, и граната. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Холдер и ГК. У них выигрыш, но у них будет переигровка, счет 9-10. Ссылка на канал, подпишитесь, раздам больше голды. Вот, ссылка в чате. Вот на этот канал подпишитесь, сделаю бесплатную раздачу. Счет 2-0, а лидирует Кассандра и Квизи. Что-то ГК и Холдер отстают. А, уже 2-1, ничего себе. Открой ролик, как они доиграют, и оценю ролик. Так, ой-ой-ой-ой, 2-2, ё-моё, камбэк пошел. Счет 2-2, Квизи убивает ГК, остается, что у нас, Холдер один против двоих остается, Холдер пытается зайти в спину, а Кассандра чувствует, Холдер слышит его. Ой-ой-ой, Холдер спалился, все хана Холдеру. А нет, Холдер минус один, минус два. Ух ты, ёж, он делает. Что ты творишь? Что творит малой? Это. Я отключил приватность. Хорошо, сейчас напишу. Как попасть в турнир? На данный момент только за донат. На экране же написано, вход в турнир 75 рублей или 250 голды. Как вы меня запутали уже? С Рудем? Хорошо. Давай сокращенно буду говорить просто с Рудя. Ты меня видишь, Степан? Да вижу, вижу. Завтра стрим, да, будет, будет счет надо мной рофлить. Мне кажется, зарофал. А первый отлетит у нас оппонент. Так, что у нас? 5-5. Потом бесплатная раздача. Потом еще ребята в турнире сыграют. Так, микса не будет, сорян. Микса сегодня не будет. Ой, блин. Я же понимаю, что Рудольфу неприятно. Согласен. Просто зачем? Если бы он что-то плохое про вас написал, то ладно, но он же не трогал. Он же никого из вас не трогал. А Рудольф... Рудольфа неприятно. Хорош, Холдер минус 2, да, да? Блин, ну тут как бы непонятно сейчас, кто выиграет. Ну, мне кажется... А чё за микс? А, микс типа игра с подписчиками. Опасно перестреливается. Ай-яй-яй. На этого человека вот ссылочка. Если подпишитесь, кому не лень, если мы наберем 9-7. Опасный, конечно, сейчас момент. Ой-ой-ой-ой, Квизя. Ой-ой-ой. Спасибо, плюс 50 рублей. Да, сейчас запишу. Кстати, через раз как-то озвучивается. 10-7, да? 10-7. Угу. Жесть, он раздефал, кстати. А чё он не прогрузилась дальше? А, вот, все. Плюс 50 рублей. Да, помню. Давай, 175 у тебя, бро. 175 рублей. Все, записал. Топ-донатер 175 рублей. Так, счет 10-7. Два раза подряд выиграли Холдер и ГК. Поэтому без обид, Кассандра и Квизи. Я вам даже вторую попытку дал, но что-то у вас не получилось.